Да, серьезно. Нет, просто я делала пары, я забыла, что у меня включен, ну, включена рулетка. А, я понял. Как тебя зовут? Меня зовут Лида. Как? Блин, нельзя переспрашивать имя, Резида. А, я понял. Изида? Ну, а ты Я откуда? татарка. Татарка? Оренбурга. Ага, я понял. Блин, ну далеко от меня. А почему лицо не показываешь? Ты мне хочешь что-то другое показать? Я страшна. Ну не все же у женщины может быть страшно. Правильно? Все. Ну Ну, грудь жопу. может у тебя красивая. Может у тебя грудь красивая, попа красивая. Я же... А что ты прячешь? Стесняешься груди? Да. Хочешь, я могу оценить и сказать, но все равно я тебя не знаю. Я тебе скажу, красивая или нет? Что-что? Стоп. Ты сидишь здесь для того, чтобы тебе девушки показывали свои сиськи. Да нет, но не знаю, Честно тут скажи, скучно. да или нет? Ну, я Да? по разным причинам. Я здесь для фана, скажем так. Не, ну конечно, когда показывают девушке сиськи, это было только один раз. И все. Но это прикольно. Это нормально так. Ну, это заводит нормально так. Покажи мне сиськи. Мне показать тебе свои сиськи? Да. Мужские сиськи? Почему бы и нет? Чем они хуже наших? Ну, сейчас покажу. Подожди. Давай. Сейчас тебе покажу мужские сиськи. Так. Где эта веб-камера? Ну смотри, вот тебе мужские сиськи, вот мои сосочки, видишь? Пойдут такие сисечки. Я могу тебе еще много чего показать, если хочешь. Покажи, пожалуйста. Что-что еще раз? Член показать тебе? А что? Бицепс? Бицепс? Что тебе показать? Кого? Сними. Ты хочешь, чтобы я для тебя станцевал стриптиз, да? Ну ладно. Нет, просто снял. Ну я ж сижу, я не стою, понимаешь? Опа. Ух, блядь. Ну, снял. Класс. Что класс? Красивый. Красивый? Мне Красиво? нравится твое тело, да. Да. Кто нравится еще раз? Да. Моя фигура тебе нравится? Очень. Ну, можешь теперь снять ты вверх. И мы так по Нет. очереди можем все снять. Ну, почему нет? Я в халате. Ну, можешь прикрыться, там на столе все равно не будет видно. Нет. Можешь просто отойти, прикрыться и все. Не хочу. Почему? То есть я недостаточно красивый, чтобы удовлетворить тебя, да? Дело не в этом, просто, наверное, я достаточно воспитана, чтобы это делать. Ну ты же меня совсем не знаешь, и я не знаю тебя точно так же. Что мешает нам обоим В том-то и дело, что я тебя откровенно точно не пообщаться, знаю. скажем так, правильно? Нет. Что нет? Не буду. Не хочешь показать мне грудь? Я тебе скажу, она Не хочу. красивая или нет. Я сама знаю, что она красивая. Ну я не верю, допустим. Капец. Что ж так? А зачем я тогда Иди раздеваться? дальше, тебе дальше можете. Что-что? Ну иди дальше, переключай, может там сесть пока. Да зачем? Вот ты мне понравилась. Ты приятно общаешься. Почему? Ты меня даже не видел. Ну, я вижу так вот примерно. Губы у тебя красивые. Ты стесняешься, да? Тебе сколько лет? Мне 23. 29. 23. 3. 3. А, слава тебе. Так что, красивая у тебя грудь или нет? У тебя или у меня? У меня какая грудь? Красивая? Да. Да? Хорошо. А у тебя Да какая? нормально все. У меня тоже все нормально. А я могу посмотреть?
Возможно. Ну так давай это как-то осуществим, я не знаю. Ну, наверное, ты заможешь. Можно я тебе присниму, и там тебе покажу свои фишки. Ну это же глупо. Мы же не дети. Сколько тебе лет? 18. Ну ты уже взрослый человек. Вот смотри, я не вижу Я твоих... маленькая. 18 лет это не маленькая, поверь. Я маленькая. Ну вот смотри, я не вижу твоего лица, то есть твоей личности я не знаю. Тебе стоит просто вот так вот расстегнуть, вот как ты сидела, просто расстегнуть и вот так, знаешь, медленно спустить. Ну, конечно, это меня очень сильно возбудит, и, возможно, мне придется снять штаны, чтобы ты увидела, насколько красивая у тебя грудь, если Я ты захочешь. девственница. Ну и что, а при чем тут грудь, потому что ты девственница? Я не люблю, когда у кого-то на меня встают. Я тебе этого не буду показывать. Ты уже об этом сказал. Ну, возможно, а Возможно, это возможно, у меня произойдет. не встанет. Вот, а возможно. Тогда мне будет очень обидно. Ну, тогда на пол шишечки встанет, скажем так, наполовинку. Так не бывает. Ну, я тебе покажу. Ты увидишь, что он не полностью твердый и не полностью мягкий. Немножко озабоченный. Я? Нет, я просто веселый человек. Я люблю брать от жизни все. Понимаешь? Вот я встретил тебя Нет, ты сегодня. немножко озабочен. Почему? Потому что... Ну объясни, почему я озабочен. Вот смотри, вот ты подняла Вместо руки. того, Ну, чтобы... некрасиво, красиво. Только вот этот халат мешает. Расстегнула бы, было бы классно. Я просто Что? убираю волосы. Ну, можешь вообще снять халат и закрыться волосами. Не знаю, было бы красиво. Я бы грудь уже не видел, Зачем тебе это но было надо? бы как-то прикольно. Зачем? Ну, я люблю брать от жизни все, понимаешь? Вот выпал такой шанс тебе познакомиться со мной. У Почему тебя нет? есть девушка? Нет, у меня нету девушки. Почему у тебя нет девушки? Ну, потому что моя бывшая девушка загуляла, поэтому я больше не верю девушкам. Вот, скажем так. Ох. Что-что? Плохо. Так что? Давай что-то как-то... Да, волосы у тебя красивые, я согласен. Вообще. Так что? Ну иди дальше, дальше. Дальше буду девушка, которая, возможно, тебе покажет. Почему мне нужны они? А вдруг я хочу именно твою грудь увидеть? Ты Ну, недоступна. ты хочешь мою грудь? Да, я хочу твою грудь. Нет. Ты не хочешь мою грудь. Почему? Потому что я так сказала. А, то есть ты хозяин положения, да? Я хозяин своей груди. Какой у тебя размер груди? Второй? Ну, я люблю второй, красиво. Если я сказала первый, ты бы сказала, ой, иди Нет, у нахуй. меня от первого до второго с половиной где-то я вот такое люблю. Ну, главное там, знаешь, как это Не называется. любишь большие сиськи? Ну, соски люблю красивые, форму там. Ну, вот покажи, я тебе скажу, ну, как она выглядит. Все, я не хочу с тобой больше разговаривать. Почему? Объясни мне. Ну, потому что мне не нравится эта тема. Тема сисек тебе не нравится? Нет. Почему? Ну смотри, какие у тебя вот какая грудь у тебя красивая. Ну, через кофту У видно. нее нету. Как это нет? Ты Нет сейчас в у меня. лифчике? Нет. Ну вот смотри, расстегни, я тебе скажу, красивая или нет. Нет. Да я же не вижу твоих глаз даже. Ну, на Нет. пару. Что ты мне язычок показываешь? Извиняюсь. Боже, я ж тебя не вижу, что стесняться? Смотри, вот закрыла глаза, Зато закрыла я глаза. тебя вижу. Что-что? Зато я тебя вижу. Давай я закрою камеру, ты покажешь, и я скажу там класс или еще А мне что-то. так не хочется. Ну тогда что, мне просто выйти с эфира вот так И так я твой сосок вот? Тебя возбуждают мои соски? Или что? буду. Нет? Честно. Ах, жаль, жаль. Так как мы с тобой договоримся, солнышко? Ну почему?
чем смысл? Ты вот здесь сидишь и просишь девушку показать свои сиськи. Ну это же интересно, ну это раскрепощение личности называется. Я просто учился на психолога, я тебе вот так скажу. Допустим, я раздевшись, я раскрепостился. Поговорить, узнать, как дела у человека, что у него в жизни. В интернете это скучно. Ну то есть первое знакомство должно, так скажем, начинаться с интима. Начинаться с сисек. Да. Что? Да. Ясно. Вот, ну почему нет? А потом ты просто переключишь камеру. Нет. Да. Хочешь, я тебе сейчас член покажу? Нет. Ну, я могу прям сейчас достать и положить. Мне это не составит труда, веришь? Ну, чтобы ты не думала, типа, а, вот он увидел и все, убежал. Зачем? Ну, ты покажешь грудь, и мы продолжим. Я ни разу не видела мужской член. Ну, увидишь. Не хочу. Ну, тогда не будешь смотреть. В чем проблема? Ну ты давай положишь, а я не буду смотреть. Мне положить, что... в смысле, показать, но ты не будешь. Я вот так вот. Да. То есть ты хочешь, чтобы я показал член, но ты не будешь на него особо смотреть, да? Да, да. То есть мне сейчас показать в камеру член, да? Ну давай, сейчас я тебе его достану. Сейчас достану. О, нет, пожалуйста. Не надо, нет, стой, остановись, руки положи на стол. Все, руки на столе. Вот, руки на столе. Не надо. Не, ну я, если бы я увидел грудь, он, ну, ты понимаешь, он бы сам полез, так скажем, вверх. Ну, в чем вот смысл? Я не понимаю, как можно просто увидеть грудь, и чтобы он встал. Ну как так, это же невозможно. Чтобы не встал от того, что ты увидел? Нет, я понимаю, если девушка находилась рядом, да. А так, чтобы через камеру. Ты можешь просто включить картинку, у тебя встанет член, что ли? Так я вот сейчас встану, и ты увидишь его, если хочешь. Нет, я не понял. Я могу вообще направить камеру на член, а ты посмотришь, ну вот, разденешься, посмотришь на его реакцию, и все. Если хочешь. Нет. Ну, как это происходит? Хочу. Ну, ты поймешь, так скажем, соотношение этих действий. Как оно растет, понимаешь? Это интересно, почему нет? Меня папа побьет. Что у тебя папа? Меня папа побьет. Да, боже, откуда я знаю твоего папу? Я твоего папу никогда даже не увижу и не узнаю. Зачем мне? А он меня побьет. Так он не узнает об этом, солнышко. Он узнает. Почему? Он не узнает об этом. Он все знает. Видишь вот эти вот синяки? Вот он все узнает. А чем ты занималась, что он видит эти синяки? Ой, то есть, ну, делает. Я чем я могла заниматься? Просто я пошла и создавала вас точно дальше, в обычном месте. Ну так, а я же никому не расскажу об этом. Зачем это кому-то надо? Просто покажешь грудь, и мы продолжим общение. Ну, то есть мне будет... Ты меня уламываешь на полчаса практически. Не, я понимаю, что... Ты понимаешь, что это все равно не произойдет? Что еще раз? Ну не покажу я. Не хочешь показывать мне грудь? Я стесняюсь. Так а зачем стесняться? Что мне сделать, чтобы ты... Не стеснялась. Да уж меня, блядь, взять, я ему не буду. Что сделать? Замуж меня возьми, не буду стеснять. А, замуж тебя взять? Угу. Ну можно, почему нет? Если грудь красивая. Нет, нельзя. Нельзя? Если грудь красивая, то и кстати, что главное девушка? Ну... Ну как, нет, я сиськи не особо ценю. Мне нравится, как она выглядит, грудь. Но все равно я тебя не вижу. Просто покажи, я оценю, скажу, красивая, нет. Ну, будешь знать это. Вот чисто от меня. Ты видишь, что я парень подкачанный, симпатичный и так дальше. Не дурачок. Не дурачок? По моему мнению, извини, конечно, ты дурачок. Ну, ты меня очень плохо знаешь. А мы когда продолжим с тобой наш диалог дальше, ты поймешь, что я не дурачок. Вот и все. Просто откинься назад, как я, и расстегни все. Боже, тут ничего сложного. Ты умеешь играть, так скажем? Быть игривой, да? Ну, нет, не умею. А здесь ничего сложного. Давай я тебе буду говорить, что делать, ты будешь делать.
Нет. Я понимаю, что ты стесняешься, но Да как? не стесняюсь, я не хочу просто. Ну почему ты не хочешь? Я могу вообще тут догола раздеться, чтобы у тебя там стало. Ну, неохота просто, не лень, честно. Что, лень? Лень раздеться для меня? Да, лень раздеться. Боже мой, какой ужас. Вот ленивые девушки пошли. Ты меня разочаровываешь, дорогая. Ну все, ты пошел дальше, да? Блин, ты чего так уныл? Не унывай, пожалуйста. Покажи сиськи, чтобы я не унывал. Нет. Ну что ж тут сложного? Ты мне массаж делаешь, тогда возможно просто. Я бы сделал тебе массаж, если бы приехал. Я тебе дилдо покажу. Ну так что? Нет. Если хочешь, я направлю камеру на свой член. Ты будешь смотреть, как он встает на твою грудь. Тебе же видно меня, правильно? Ты просто поймешь, как это, ну, как это называется? Как это все происходит? Направь себе, чтобы ты видела, ну вот меня, да? Ну, хочешь, можешь вообще закрыть одной рукой глаза, там, раздеться, я скажу, там, умница, хорошо выглядишь, или же наоборот. Вот. Но судя по форме, у тебя грудь действительно красивая. Нет у меня сисек. Ну хотя бы на 3 секунды, вот покажи вот так, и все. Не хочу. Ну на 3 секунды, господи. 3 секунды. Раз, два, три. Все. Считай. Давай, считаю, считаю. Ну, давай. Не буду. Вот мои пальцы. Давай. Там 5 пальцев, так ничего. Ну вот смотри, я начинаю считать. Мне не нравятся эти. Какие тебе нравятся? Выбирай. Давай правую руку. Давай правую руку. Дам 5 пальцев. Вот так вот. Давай. Да боже, 3 секунды всего лишь. Ну, 3 секунды. Вот. Раз, два, три. Хочешь, так почитай. Раз, два, три. Еще быстрее. Хочу, чтобы так сделал. Давай, я буду считать. Хочу. Но я же все равно тебя не вижу, господи. Какая разница? Не хочу. Ну, солнышко, давай, я буду Ну, считать. опускай руку, все. Я расстроился. Что-что? Ты огорчился, да? Конечно, я огорчился. Еще будут такие девушки, которые покажут сиськи. Что-что? Еще будут такие девушки, которые будут показывать эти сиськи. Да зачем мне другие девушки? Так что, солнышко? Блядь! Сука! Тупая пизда! Сука, пошло добро, да нихуя не пошло, блядь! Наебала, тварь ебаная, в рот ее ебал, нахуй! Сука! Она обломала весь кайф, нахуй! Да лицо там нормальное, блядь! Сука такая, блядь! 111 зрителей, спасибо. Тупая пизда.